Капец вы, конечно, вымахали. Вас что, летом комбикормом кормили? Нет. А меня кормили? Не, ну они, конечно, капец вымахали, мне аж страшно. Я бы с вашим голосом вообще ничего не боялся. Марья Ивановна, может, начнем урок? Ладно, начинаем. У учительницы Марьи Ивановны в реалиях ученицы 16-й школы Софии Рамзаевой не только голос хорош, характер тоже не подкачал. Прочие участники команды подтвердят, а называется она СМС – самые милые семиклассницы. Шутят они пару лет, можно уже переименоваться в девятиклассниц, но название решили не менять, как и центральный образ. У каждой команды должен быть какой-то все-таки свой стиль, наверное, образ на каких-то людях. Например, некоторые команды без образов. У нас команда с образом, а в нашей команде я образ, и я как-то на мне отшучиваюсь, я отшучиваюсь. У нас состоит команда из 5 милых девочек, и я грозная Соня, которая постоянно вторгается в команду и пытается все сорвать. Мы сбоку, А двух у ВОКЦ пришел почти что взвод. Участию заявились 4 команды. Дети нашего комбата имеют максимальный боевой арсенал, спортивную подготовку и большое желание шутить. Например, про корабельную антенну. На правую руку ему выше подними! О, а теперь левую! О! Еще раз у нас футбол закончится! Ты с этой антенной на мачту полезешь, понял? Так точно! Но у него еще провод отлетел! О! Full HD! Служивые шутили об армейских буднях, школьники об ученических. Работающая молодежь о дальнобойщиках и любви. Зритель смеялся то тише, то громче. Тепло, мило, хотелось бы посмешнее. Ну, наверное, больше всего шутят как про город, наверное, но где-то затрагивается какая-то молодежная тема, как биткоин. Ну, хотелось бы что-то, какие-то темы повертеть еще посмешнее, но я думаю, как бы под конец должно что-то более мощнее выстрелить. А выстрелил, как обычно, People. Со своей зарисовкой «Жизни дома», чьи ставни не выше мостовой, занял первое место на открытии фестиваля Амурской лиги КВН. Кристина Каширина, Сергей Иванов, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».